Пообещали идеальную дорогу. Разрушенный участок улицы Сурикова наконец-то приведут в порядок. Местные жители долгое время добиваются, чтобы проезд к их домам отремонтировали. Первоначально строительство участка от Некрасова до Щерса хотели начать в 2022-2023 годах. Сегодня в горадминистрации сообщили о переносе сроков. Дорогу на Сурикова хотят благоустроить в следующем году. Работы будут вестись по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Обещают, что проезжая часть будет четырехполосной шириной 16 метров. По обе стороны будут установлены тротуары. Также в следующем году чиновники планируют оборудовать на Сурикова ливневую канализацию. Что касается текущего ремонта дорог, пока принято 25 участков. Сегодня прошла приемка улиц Лесозаводской. Также подрядчики отремонтировали проезд и тротуар конфекционной больницы.